Всем мое почтение. Сегодня очередной шедевр из-под пера Сергея Александровича. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного. Жалко бездомных собак. Это прямая дорога меня привела в кабак. Что же вы ругаетесь, дьяволы? Или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной, катится в солнце измокнув, улица передо мной. На улице мальчик сопливый, воздух поджаренный сух, мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь, только вот с этой силой в душу свою не лезь. Я уж готов, я робкий, глянь на бутылок рать. Я собираю пробки, душу мою затыкать. Всем спасибо.